Всем доброго, здоровья, всем приятного аппетита, кто сейчас кушает, с вами Юлия и Мишка. Всем привет. Ребята, сегодня будем играть в рестлинг на андроиде, очень офигенная игрушка, спасибо, что ее подогнали. На самом деле, это дикий угар, я уже валяюсь, если что, я слева нахожусь. Да, Миша, короче, такой синюшный, мужикан, точнее, они все синюшные. Пошел я отсюда. Смотрю, тут вообще все в зале синюшные, мне кажется, это как сказать, как... Это синюшная планета, короче, суть в том, на отсюда. В общем, здесь несколько режимов, много на выбор рестлеров, и, собственно, ваша задача надавать по башке, да, чтобы Миша он сейчас устал. Будет, короче, восходящей звездой, да. Он вообще начал свою рестлерскую карьеру. Все, он сам уже ушел. Сам он знает, что это будущий чемпион. Задача-то, естественно, выкинуть с ринга, что прикольно, здесь есть еще, когда на ринге куча народу, так, то есть команда, да улетай, что уж ты сразу же. Можно с прыжка ударить, жалко, что вдвоем... О, блин, вот это подгон. Удар, вот это удар. До трех тут по... Да. Слушай, а тебе такое? Будут такой подгонять штуку? Да, интересно. Будут. Смотри, ты, фига, ты видал? Да, это настоящий рестлинг. Давай покушать. Слушай, так, что-то он это, разошелся. Ух, сейчас агрессивный. Я тебе покажу. Я хотел сказать, это отсюда. Вот знаете, когда все. Синяки, как синяки представляют, что происходит, и Миша надо будет ставить, что на самом деле там творится. Кстати, очень много отсылок к реальным рестлерам. Это Доинг, как бы называли его, тоже клоуном очень известный был рестлер. О, так, Миша, для тебя. Сейчас. Давай. Бам! О, супер-супер! Он, правда, тяжелый, супер, его тяжело выкинуть, я не слушай, знаю. Слушай, а как реально его? Вот! Вот так! Супер! Бам! Yes. Все, еще. Мне отлично. Нравится, как они плюхаются, звук такой. На, четко! Просто. Сейчас четко я залезу и вот так похарю. Давай! Все, я ее вроде как использую. Сейчас нужно вот, чтобы вот... Ах, ты успел очнуться. Успел. Видите, сколько у него много жизни. У меня рестлер, на самом деле, очень слабый. Тут это очки точно. Получаете, и потом Миша, покупаете более крутые. Миша, худенький такой. Я подкачанный. Все, летел. 1-1. А он накачан. Бургеры. Походу, слушай. Ух ты, блин, как он меня один раз долбанул, и все. Ого. Опа, до свидания. Улетел. Класс. На самом деле, игрушка на Double Dragon еще похожа. Раньше на Денди такая была серия игр. Кто знает, обязательно пишите. Потому что вот очень рисовка похожа даже удары. Это клоун Персиваль. Все, или как там его звали. Из Оно. Не, ну как-то по-другому называли его. Ну, не важно. Тоже тебе напомнит обязательно об этом. А тут чувак похож на Халк Хогана. Ну что-то он фига его. Точно, точно. А еще знаешь на кого? До свидания. На этого. Как сказать, на батюшку русалочки похож. У Юля одни ассоциации сегодня. Ссылки, слушай, да. Да он просто как-то это называется, лошок. Когда в жизни что-то пошло не так, дочь ушла, короче, из семьи, загулял с каким-то принцем. И он решил в рестлера податься. Да. Слушай, нет, я сначала понял легко. Типа синькой занялся, а потом в рестлера. Опа, уже. Последний остался. Это какой-то. Просто, понимаешь, венец его, как сказать, деятельности. О, слушай, вот у этого хп это много. Это какой-то модный поц, он какой-то, знаешь, здесь. Ты знаешь, я тебе хочу сказать, это не модный приговор, если что. Миш, тебе как раз его и вынесли. Он такой, этот чувак совершенно не моден. Слушай, ну я сейчас тебя просто забыкую. Вот так, вот это моя коронка, поняли? Класс. Я теперь знаю, как вас вышвыривать отсюда. Давай, Мишкин, решай. На, похари, сразу же разберусь с тобой. Ох ты, это что он ты... Это с тобой разбирается. Рупор! Блин, словил бы. 2-1, он выигрывает. Хопа, вот этот, как сказать, прием очень хороший на самом деле, с прыжка что-то в хари. Не ахти у тебя. Все, пока. Раз, давай и пошел. Блин, не развернулся. Ну нет, о, нет. О. Сейчас он очнется, и будет сюрприз, мазафака. Иди сюда, пёс! И теперь вышвыриваем его. Блин, слушай, Миш, он, чё он ты тяжелый, ты, Юль, но сказать, я не могу его. Он очень тяжелый, на самом деле. Так смотри. Миш уже его просто... Я его в разные стороны никак. Швыряет не хочет этот... Придурок, уходить. Ай, все. Давай, он... все. Yeah. Блин, это 2-2 еще только. Да, то есть с ним вот затянулось, конечно. Срань господня, как это исправить? Ну, давай. Эх ты. Опа. Ого, вот это вовремя. Бог меня услышал. Получай. Все. Давай, давай. Ну. Нет. Черт, я просрал. Как так? Карьера пошла под откос. Ладно. Есть второй шанс показаться как более чемпионом, так скажем, суровый режим такой ринга у нас.
где много народу сейчас будут выкапывать, и нужно продержаться. Я так понял, 6 да. человек будет у нас всего. Я уже... Ух ты! Я представляю, что это мужик, который, по-моему, Макс рекламировал. А, да-да-да, точно, кстати. Да, он вообще угарный. Я уверена, что он бы сюда отлично вписался. А, нет, ну почему? Эй, так, но он выписался почему-то. Вписался, выписался. Да. Шансы есть. Ух давай, ты, Мишка. Бурдюк, я сейчас с тобой быстро разберусь. Проваливается. Тут забавный персонаж, да, конечно. Тут на самом деле... Вот Коп бы сюда, просто локальный. И цены бы не было этой игрушки. Слушай, вообще, ну я разошелся. Мы всех размешивали. Блин. Женщины, помогите. Зарядились мы мощью женщин, но, да, к да, сожалению, да. к этому времени мы уже летели. Ладно. Не, Миш, вот слушай, этот персон мне это не катит, да. тебе. Хорошо, никак. Сейчас я вот этого мужичка, как сказать... Попытаюсь. Ага! Блин. Все, погоди. Сейчас тебя выкинут, сейчас тебя выкинут, они просто тебя вытеснят. Все, да нет. А, ты вернулся! Я еще здесь. Еще не все потеряно. О, один улетел, смотри. Ай, 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 мужики, погодите. Нет, слушайте, ну этим невозможно играть. Ай, нет. Так, попробуем взять нашего все-таки. Думаешь, получится? Мне кажется, это сложный режим. Я просто более худой и не привлекаю внимания, на это самом точно, деле. Это точно, это точно. Смотри, как честно я... Честно, тебя опять смотри, сверху свалится. Чего? Чего? Вот это вот... Да блин, ты слушай. Сам только да смотри, не он сейчас помогаем. Улетит нафиг. Улетит все здесь. Давайте, улетят. Давайте, пошел, мужики, пошел. Вон. Да блин, слушайте, ну я на что самом деле... Что-то вас не... Ого! Да почему мне? Не надо, нет! Нет! Да это какая-то жаба, караба, все. А, слушай, нужно показать, это еще есть у нас. Так, а это чего? Это вдвоем, у меня теперь друг будет. Все, да. Это Юля, короче, Юля. А, да, представим, представь, что, что ты я. Мозговое управление Юли. Юля уже получила люлей и, походу, сейчас отправится. Да, Юля просто стоит и, как сказать, ну, вся надежда на самом деле. Слушай, ну куда столько народу-то? А я уже и тебя потерял. Ты с синими? Я рядом с тобой, да. Вот, мы с тобой стоим. Только без бороды. Юль, как будто тебе вмазал. Мы с тобой, кстати, вдвоем остались, сейчас можем выиграть. Да, 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 а куда да. вы еще подсыпали? Ой, Мишка, у тебя мало жизни осталось. Я вообще здесь. Ну, мы, кстати, все. Молодцы, смотри. Опа. Ну, вот. Миси, миси, все. Миси. Двое остались. Е, мы выиграли. О-о-о. Получили супер. Пояс, как сказать, за то, что мы продержались. Даже невидимая Юля. Юль, все, помогает мы с тобой Мише. Пошли в карьеру. Ва-банк. Давай. Да. То есть это прям как в Mortal Kombat. Башня это точно. Разврата. Ну, на самом деле, нужно выиграть просто всех. Так, опять батя русалочки да. здесь. А-а-а! Бать, за что? Ну все, Юля, осталась только ты. Молодца. Ну, Юля тащит, Юль, короче, ты затащила тащит. Сразу, ты в курсе? Я нет. Можешь не управлять. Вот такой, говорит, вы чё, блин, офигели? Юль, нет, всё, не, видал, меня так просто не возьмёшь. Вот, знаете, раньше тоже такая фигня была, когда игрушка... О, отлично, Юля, бери эту штуку и давай шпарь по нему. По мне, спасибо. Ай, ну, как сказать, ты просто попался. Я так не говорил раньше. Сейчас, смотри, эпик будет. Да какой эпик? Ну, ты иди оттуда! Давай, Боря, да? Проваливай. С собой его я утащила. Так не договорю, что, как сказать, раньше, когда игрушка на одного была, также второй друг да, садился да, да. и представлял, что он за союзник или какой-то там врага твоего. Когда воображение да, да, хорошо да, да. работает. Опа, Юль, прощай. Больно выдумки. Слушай, ну я хитро. Должен за два так. их отыграться. Давай, проваливай, давай, все, еще нет, этого русалкина. Минус еще один. Ну. Давай, проваливай, старый. Миша все-таки тоже хрыщ. Поверил, что это все. Батя русалочка. Так а что тебе остается? Слушай, ну мы с тобой прорвались на следующую лестницу. Должны мощная команда. Ух ты, вот этого грудь вот я чувствую, будет проблема. Я могу сказать, вот эти модные пульсы, а, они что-то какие-то опасные? Чересчур, да, ну, сейчас, у них, кстати, хп-то немало. Видать, их это, ай-яй-яй. Так сказать, нет! Не знают. Блин, слушай, ну их на самом деле... Давай, Юля! Я вырубился. Давай, Юль, ты давай, вырубила Юля, этого? Все-все-все, вот осталось там. И эта штука еще. Ого, да выйди блин. Ты отсюда, стринга уже. Такой махач, это да просто, просто трэш. Жесть. Как... Он первый включился. Это разборка питерская. Ай-яй-яй, Юль, за что ты ушла? Да блин, ну... Есть! Ого, один на один. Давай, Мишка, я в тебя верю. Хорошо. Давай, порви его просто. Есть, порви башки. Его цветные панталоны. Все, я смог. Слушай, ну это очень сложно, это очень сложно. Ну, благо, что уже один, как он сказать. Мне в грудак пробил. Ничего страшного. В этом вселенной сюда. Грудь было бы больно. О, нет. Как они с девушками обращаются? Просто вообще. Что за Миш, ты просто ему чуть на бушку не сел. Все, ну я еще живой. Включайся. Мне кажется, друг на друга решили просто напасть. Отлично. Хороший подход. Он чуть не вылез. Он вылез, все. Ну, вставай.
Ну, опа, все. Тяжело, кстати, хочу сказать, на самом деле. Хоть трешовая игра, но очень тяжело. Еще тут до трех побед, что ли? Да, тут до трех побед, чтобы... Вот с этими панталонными мужиками. Ну что, как меня выкидывают? Ты что, ты совсем уже... Мне кажется, сейчас вот я кое-как... Народ реально подумает, что это я, Гамар. Все, улетел. Ну ничего, 2-1, 2-1. Слушай, надо тебя сразу же перекрывать. Вот уйди. Вот, вот, ну, Мишка, нет. Еще вот этого сразу же. Прикрою. Давай, шмаляй по нему прям. Юль, пока я вырублен, твоя задача нормально все. Так. Да не меня. Давай. Рупор. Юль, отлично. И вот так, я перехватываю тоже. Но. Проваливай ты уже, сок. Отличная работа, бро. Не, последние панки остались. Грязные ребята остались. Ё-моё. Или этот, как его? Как думаешь? Из черепашек-ниндзя-то. Рокстер и Вива, точнее. Как Рокстер. О, хорош. Этот почти улетел. Ну, нет, Мишку оглушили. А мне тумаков раздают. Давай, проваливай. Нет, вот один. Я позу эту асану изучаю. Сейчас асану ты будешь, давай. Все, минус один, ну нет. Минус один, чего? Минус один, говорю. Уже какой-то арабский пошел, все. Слушай, мне кажется, второй раз мы просто. Агрессивные какие-то мужиканы пошли. Я по роже надавал ему. И не так-то просто. Вот была бы реальная я бы им просто, вот я не знаю, харю расквасила. Все, вот эту еще штуку осталось взять. И, не по мне, только на Мишу, блин. Что сделал? Прости, ну сейчас. Миша решил, что, как сказать, славы на двоих слишком мало, и он сейчас сам разберется. Да, конечно. Все, я не знаю. И вот прям давай, кидай. Китай, да чтоб сейчас тебя. Сейчас главное, чтобы он тебя не вырубил. Все, ну я уже не знаю, как этого. Да он нифига не подцепляется, ну посмотрите, это жирный. Пошел отсюда уже, все, 1-1. А ведь еще, Миша, еще нужно две победы. Надо держаться, с самого начала вот эти прыжки очень хорошо помогают. Они меня как сэндвич зажали. Юлька, я на самом деле... Слушай, все. Либо решающий. Да давай, мы с тобой должны это сделать. Все, минус один. Нет! Юля, давай, Юля, блин! Хорош! Это хороший удар. Хорош, ты его вырубила. Давай, Юлек. Ну нет, ну как так-то? Брынский. Нет! Нет! Сейчас, вставай! Так просто нас не возьмешь! Ё-моё, сидим, смотрим, да, как боты месяца. А весело, ё-моё! На самом деле, хорошо, да. Экшон, слушай, просто сейчас решающий. Да ты чё, Юль? Вот тебя так же прям жбан в голову за это. Ты чё, на самом деле, ну... Какого чёрта? Ё-моё! К сожалению... Мы просрались. Что-то пошло не так. Ладно, осталось только еще. Ты это, за себя отвечай. У меня, как сказать, желудок крепкий. Что у меня есть? У меня ни одного нету пояса вот здесь. Давай. Поэтому надо... Короче, теперь на Юлю нельзя будет свалить, что Миша, короче, проиграл. Все, сразу же пока. Вот видали, как настоящий рестлер? О, вот это про! Ну иди. Про. Пробка. Да и мужики нас задолбали, на самом деле уже. Как говорится, это... Мы вас не звали, вы кто такие? Да, вы кто такие? Идите нафиг, все, давай. Твой персонаж. А дай Юля попробует вообще. Кстати, стой. Ты готова? Если что, АД нажимает, настройки, ты знаешь, какие? Все. Ну, да. Юля за рулем должна показать суперкласс. Хорош! Фига ты! Это реальный... Ой, блин! Нифига себе, Юль, сальтухи тут жирных через себя. Просто зажимают в углу. Ой, ну пошли отсюда, как его забрать отсюда! Я даже тебя потерял. О, нет, вон! Ё-моё, меня так просто не взять! Псы, вон отсюда все, за Мишку! Юль, я тебя вообще теряю, ты какая-то... Я синяя, с бородой. Они все синие. Ой, без бороды. Фига ты просто, что творишь? И как его высечь-то отсюда, надо, Миш? Надо вот как бы граблями своим. Не надо пристраиваться сзади, просто выкинуть его. Я не знаю. Да ё-моё. Он последний, понимаешь? У нас последний снова. Хорош, еще осталось только до... Ой, Юля. Ай. Давай, ты с прыжка еще можешь бить, понимаешь? То есть прыгнул, да. и ногами. Ого, видал! Юль, сейчас проиграешь. Нет. Ты, возможно, сейчас получишь этот пояс.
Понимаешь, соберись. Вон, возьми, возьми, возьми быстрее. Так. Ударом брать, ударом. Блин! Хорош, а теперь быстрее и прыгай, удар. Блин, я не умею, я не понимаю, что делать-то. Да его, да хватит серфить на нем. Ну хорош, 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 еще, давай. Как, на что сделать? О, блин, фу! Жесть, видал с первого раза. Вот это ли не мастерство? Пора заканчивать супер игруху. Бум, сейчас я его еще высеку. Обязательно проголосуйте, если вам понравилось, лайкосом. На этом все, будем искать крутые Android игрушки. Присылайте тоже, чтобы посмотреть. Обязательно посмотрим. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.